дружище, это Infamous Second Son, и мы продолжаем. Я тебе хочу кое-что показать, смотри на карту. Я дезовских солдатов на этом острове, на этом полуострове, зачистил. Теперь нам нужно идти вот сюда, на этот островок. Но прежде чем туда направиться, у меня на карте появился новый значок. Мы рядышком с ним, собственно, находимся, и здесь летают бумажные бабочки. Вот присмотрите, они из бумаги сделаны. Это не голуби, это не птички, это бумага. Вот, вот тут, прямо перед нами. Пойдем посмотрим, что это за значок, и что нас там ждет. Как мы поднимемся? По лесенке? Как обычный простолюдин? Давай попробуем. Здравствуйте, есть тут кто? Улики. Идите по следу из окровавленных бумажных голубей, чтобы получить доступ к бесплатным дополнительным операциям и раскрыть тайну Деза. Ну, в принципе, почему бы нет, погнали. О, бумажный кролик. Может, мы отберем у него способность бумаги? Привет! Это тоже девочка. Бумага? Ну и проводники пошли. Эй, подожди. Поймайте таинственного проводника. Так, куда она делась? Наверх улетела? Куда? А, вот сюда, походу. Ага, вот ты где. Блин. Стой! Тут такая шустрая. Я думал, не он быстрый. А тут еще и бумага быстрая. Чуси. Сейчас посмотрим, кто кого. Я здесь. Бумага против света. Ну, по идее, свет должен быть шустрее. Ой, перелетел. Я ж тебя поймаю, ты от меня не скроешься. И не таких ловил. К тому же мы с тобой оба проводники. Да притормози ты! Вот именно, притормози. И я для тебя не враг. Что-то я ее потерял из виду, вроде бы как точка здесь. А, ты на балкончике. Проныра? Нет. Хорошо бы фотку сделать. Короче, мне сейчас нужно найти улики. Окей. Фоткаем то, что имеем. Так, еще какое-нибудь местечко есть с уликами? Крокодильчик? Типа крокодил захавал человека. Не проныра, хотя похоже. Еще одна улика осталась, только где? Где-то здесь. Где-то вот здесь вот. Там что-то на полу лежит? И таблички рядом с ними, коповские. Окей. Три улики я нашел. Поищите на месте убийства улики, которые выведут вас на след таинственного проводника. Ну ладно, давай спустимся вниз. Надеюсь, копы меня не повяжут. Эй, что ты здесь делаешь? В смысле, я просто пройти хочу, разобраться. Я тоже проводник. В глаза нужно подтвердить официальные данные. Так, понятно. Мне сейчас придется с копами разобраться. Кто он? Ах, вы негодяи-то, а. Ладно. Придется копов повязать. Кстати, в комментариях писали, что если я буду стрелять в ноги, когда мечусь, то я не буду плохишом. Но это довольно сложно сделать, между прочим. В ноги-то попасть, в голову всяко попроще. К тому же не во все ноги стрелять нужно, а именно в левую. И это не хухры-мухры. Ладно, давай сейчас прыгнем. И попробуем поймать за ноги их. Ребятки, вот, видишь, у них левая светится. Да что ж такое-то? Для тебя правая, для меня левая. Ладно, стрельба это явно не мое, не мой конек. Хотя бы этого попал. Давай разберемся вот так вот. Полежи чутка, отдохни. Ты сегодня... Ай-яй-яй, не бей его, не бей, не бей, не бей, не вздумай. Да что ты творишь? Ты должен был его просто схватить и повалить на пол. Вот таким вот образом, вот. Да ёпарасоте. Делсин отбился от рук. Хочет пошалить. Все, копов мы обезвредили. Сейчас посмотрим на улики. Что тут у нас? Наверное, это его кошелек. Кошелек, давай заберем. Теперь нужно подняться наверх и разобраться, что за чувак у крокодила в пасти. Вот это вот кто? Поглотительный он. Ну давай сделаем это. Кстати, я еще научился переключаться между способностями, ты представляешь? Сейчас вот сюда спрыгнем. Бумажный голубь? Забирай. Вроде бы все.
Короче, чтобы переключиться между способностями, мне нужно поглотить ту или иную силу. Вот, например, здесь дымок. Я сейчас его поглощаю. И все, мои силы огня и дыма вернулись ко мне. Если я хочу переключиться обратно, я поглощаю неон. И я снова неоновый мальчик. Так что работает это вот таким вот методом. Давай спустимся вниз, посмотрим, что у нас здесь. Прыгаем. Буньк. Операция завершена. Улики, часть 1. Продолжаем искать улики. Улики, часть 1. С помощью телефона найдите Киллиана Чалова и узнайте больше об убитом дилере. Копы до сих пор тут трясутся, не могут освободиться от моих неоновых оков. Да, до Чалова придется прилично пилить. Вроде бы как в ту сторону. Ну, побежали. О, смотри, сколько там народу-то. Как дофига. Нас там встречают. Ё-моё, веселуха. Ребятушки, вы где? Вот, все стоят. Ловите бомбочек. Бум. Бум. Еще бомбочка. И туда бомбочка. Давай, кидай. А что ж такое-то? Один отбился от рук. О, там повешенный есть. Сдаешься, да? Ну ладно, сдавайся. Сфотографируйте место убийства. Киллиана Чалова. Ну окей. Бедняжечка. У Проныры объявился двойник. Привязали веревками к бару. Не круто. А вот ящик с дельфинчиками. Там у нас, значит, наркотики, наверное. Опаньки. Веди, веди, дружок. Так, давай мы вот это сломаем все. А, не, наркотики нельзя поломать. Дрон уходит. Я бегу за ним. Короче, дрон нас должен куда-то привезти. Ну, показывай пути. О, он нас привел к еще одной банде. Их тут навалом стоит. Они сейчас на меня обрушатся же. Подожди, куда ты полетел? Я тебе, в тебя вроде попал. А ты все летаешь, летаешь. Ему пофиг вообще на мой выстрел. А вот, собственно, и бандюганы. Ловите выстрел. Я, как обычно, промахнулся по ногам. Давай еще разок попробуем. Опа! Есть попадание, отлично. Ну, с этим мы сейчас разберемся вручную. Нате, занюхните моих неоновых бомбочек. Черт, не могу попасть. Не попадаю. Я. Есть попадание. Оу, гляди, что я тут нарыл. Куча ящиков наркоты. Заберите сейф из угнанного дрона Деза. А где он лежит-то? Где ты, дрон? Я его чуть не вижу. А, вот он. Давай посмотрим. Забрали груз. Отправьте сейф в свой профиль в уликах. Ну ладно, побежали. Где мой сейф с уликами? Операция завершена. Я даже до сейфа не добежал. Фотографии места преступления и бумажные голубь добавлены к вашему профилю улик. Ну ок. Давай следующее задание. Отправляйтесь в крокодил и найдите там бывшего нанимателя Киллиана. Лады. Погнали. А чё, копы уже уехали отсюда? Тут же недавно место преступления было. И там он на крокодиле висел, этот чувачок. Уже все убрали. Я просто мимо проходил, ты чё? Негодяй какой, а? Получай. Кому еще бомбочка? Тебе, да? Держи. Не достала бомбочка. Тогда отхвати моего джедайского меча. Ой, ящики с боеприпасами подорвал случайненько. Ладно, пойдем в здание зайдем, посмотрим, что нас там ждет. Ау, есть кто дома? Найдите в крокодиле бывшего нанимателя. А мы тут недавно дрались. С Пронырой. Тут такая нормальная схватка была. Я так и знал. Давай просто пофоткаем, да и все. А, вот. Смотрю в книгу, вижу фигу, да, называется. Прям передо мной чувака распяли. Здоровенько. Только бумажка осталась.
голубиная. Сейчас заберем. Еще голубь. Все, на выход. Тут больше нечего делать. Все, с бумажными голубками мы пока что закончили. Больше заданий нет. Идем выполнять сюжетку. Ёшки-матрешки, ты погляди, что тут вообще происходит. Это база или это камень, который поломал мост? Ладно, сейчас разберемся. КПП-шечку можно вот эту сломать? Она меня бесит. Бабах! Нет, нельзя, что ли? Давай еще разок. Вот сюда прыгаем. Да! Вот это я называю месть. Тут внизу где-то у нас протестующие бегают, орут. А, вон они. Вон там орут. И внизу что-то где-то у нас есть... Ай-яй-яй, падаю в воду, черт подери. А, вот где способности наши лежат. Отдай мне их. На контейнерах лежали, а я думал где-то под мостом. Все, теперь нам нужно взобраться на самую верхнюю точку этих врат. Как они интересно сделаны-то. Внимание, парни, цель наверху. Ох, вот это зря. Сейчас будет круто! Автоматические пушки? Ну так нечестно! Ну, с ними часто мы разберемся, с ними легко. Просто провода выдернуть. Ага, их ахиллесова пята — это задница. Ха, я в тебя верила, Делф. Надо по этим пушкам сзади бить. Так, у меня огонек, неончика нету, все ок. Хотя здесь бы лучше неончик у меня. Вертушки вон сверху, смотри, пуляют в меня. Вначале надо разобраться с турелями, потом вертушка. Да, а палятка будь здоров. Конечно. Столько патриков в тебя ссадили. Давай, выдергивай. Красава. Автоматическая турель уничтожена. А где дым-то? Я хочу ракеты подобрать. Сосать ракеточек немножечко, а их как бы и нет. А вот еще троллик стоит. Все, с троллями разобрались. Их больше нет. Полетели теперь. А, вот еще одна есть, смотри-ка. Обходим сзади. Дымчанский, ну где ж тебя найти? Люди Деза на той стороне. О, наконец-то дым. Слава богу. Ничего себе пролом. От машины тут толку мало. Одна ракета, капец. Давай используем как трамплин, как он и сказал. Оху! Оп! Я здесь, ребятки, здорово. Получай. Что, надоело за своими игрушками прятаться? Нифига себе, я его откинул. Как Астерикс с Обеликсом эликсира опились и долбашит римлянин. А это что за торт тут у нас взялся? Еще какие-то интересные чуваки начали появляться в каменных доспехах. Я таких еще не видел. Блочару поставил. Ты чё, испытываешь меня, что ли? Выкусил. Где-то еще один. На! Получи цепями по роже. Так нравится их пинать по прессу. И этот тоже. А, нет, еще живой. А, как-то он откуда упал? Вроде передо мной только что был. Ладно, все, бежим. Слышь, дальше. Слышь, Проныра, я весь мост усеял трупами и обломками. Проныра, бабы, надолго их... О, черт. Наша подружка главная. Мадам, у вас башню сорвало, вы в курсе? А, ты меня узнал? Как же. Это ж вы взяли меня на месте преступления и потом... просто отпустили. А ты изменился? Это вы про дым? Ну да. Говорят, ты освоил новый трюк. Пополняешь арсенал? Не знаю, откуда такие слухи у вас. Я рядовой владыка дыма. Посмотрим. Пока что я ничего не ощущаю.
Это что за терминатор? Я думал, я с ней буду махаться. А он крутой. Вот, на ракету. Бах ему в жбан. Подпрыгиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Ракеты откуда-то появились. Стреляй, 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 стреляй. Промахнулся. Ай-ай-ай. Давай, стреляй. Да что ж так мазишь-то? Мазишь. А, они самонаводящиеся. Ты видел, она по земле прям ко мне катилась, эта глыба. Ничего себе. Получай. Черт, близко к нему вообще не подойти. Ё-моё. Ты кто такой? Тебя как родили вообще? Есть, отбился. Ну и больновато мне все равно. У меня еще 3 ракеты. Вон, видишь, они по земле прям катятся. Надо подпрыгивать. Честно, пока не впечатляет. Да, конечно. Я даже не знаю, что за способность у этого чувака. Он какой-то нереальный. Я таких не видел в жизни. Еще. Готов. Еще разок. Нет. Оу, как ты ко мне подкрался-то, негодяй. Лови. Ну вот как можно было промахнуться мимо его жбана, такого жирнючего жбана? Что, как ты в воду сел? Вставай давай, эй. Давай, убегай. Тут что-то можно взять, нет? Вот это вот. Пополнить не он. А, не он, давай, не он, переключайся. Сейчас покажем им всем. Тут они становятся все больше и больше. Прикончи бетонного увольня, и мы с тобой побеседуем. Сейчас прикончу. Она, короче, специально меня выводила на то, чтобы я неон использовал. Ну давай, откройся, 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 покажи. Покажи свою рожу, откройся ты мне. Бабах! Но я не успел убежать. Сколько тебе ракет еще нужно сожрать, а? Поддаваться ты, наверное, не станешь, да? Да, конечно, не будет. Нашел дурочка. Так, вот-вот-вот, сейчас шанс. Подожди, давай в него стрельнем. Оу, прямо в лицо. Огромной глыбой. Лови. Есть. Давай еще разок. Мимо. Еще разок. Есть. Все, кончились силы. Надо неончика подзарядить. Спасибо. Сейчас еще ракеточек возьмем. Ну, в принципе, ему немного осталось. Сейчас пару раз попасть. Ой-ой-ой. Вот это я высунулся. Лови. Еще разочек. Ништяк. Он даже на человека не похож. Ну что, побеседуем, мадмуазель? Черт, не дали выстрелить. Ну ладно, я немножко приврал насчет неоновой штуки, но... Я могу нам обоим сэкономить время. Мне всего-то надо перекачать из вас немного силы. Ты хочешь взять у меня мою силу? Но мне ж не надо там мосты топить и все такое. Я хочу вытащить из моих друзей бетонные клинья, да. И больше я никогда не стану вас беспокоить. Есть идея получше. Когда ты в своей лачуге, от тебя нет никакой пользы. Оставайся лучше здесь, со мной. Не, моя идея получше. Делсин. Ты разочаровал меня. Нет! За фигня. Не смотри вниз, не смотри. Меня как будто какой-то великан тащит. Ладно. А, нет, я лечу. Меня птица словно тащит. Так. И где я очутился? Чайнтаун? Китайский какой-то городочек? Я, получается, перебрался через мост. Ну да, точно, там он в вышке.
Глушилки стоят. Ах, район фонарей. Сюда-то я и шел. Просто не спешил. А кто меня спас-то? Операция завершена. Вау, вау, какая тут красота. Цветочки и растительность. Эх, не дали помахаться с тетушкой, у которой есть каменные способности. Ну да ладно. О, а вон там что-то. Что это за здание такое? Это база Деза? Там, где эта тетушка живет? Смотри, какая она там нереально крутая. Да что ж такое, встань ровно. Вон. Интересно, туда получится добраться спокойненько? Прям очень хочется туда попасть. Но, да. Она вся в камнях, эта база. Ладно, пойдем по сюжету двигаться. Тут недалеко вроде. Сейчас братику, наверное, позвоним, нажалуемся, скажем, что мы на той стороне, мы встретили эту тетку, но она нас отделала. И нас кто-то спас. Возможно, это Гаргуля. Фанат. Операция «Фанат» недоступна. Уничтожьте ближайший мобильный штаб Деза перед тем, как начать эту операцию. Лады. Начинаем, значит, с вышек. Пойдем их бомбанем. Где-то здесь вышечка есть. Ребят, привет. Мне нужно вышку у вас отожать. О-хо-хо-хо, это как так получилось? Меня скинули. Это ты сделал? Негодяй. Сдается, смотри, вот этот типок сдается. Ты похож на инопланетянина. Ну и ладно, и хорошо. Подрываем вышку. Минус один. Остальные вышки отсюда получится подбомбить? Я их, в принципе, вижу. Давай попробуем. Да! Мне даже туда бегать не надо. Ой, промахнулся. И последняя вон там. На закате. Что-то непонятно вообще. Походу, не долетело. Ага, слишком далеко. Ну, раз моя пулька не долетела, тогда долечу я. Доставлю снаряд прямиком из своей руки. Ага, у меня кончились снаряды. Надо подзарядиться. Ребятульки. Можно я тут делишечки свои сделаю? Нашкодю мальца. Черт. Плохонько мне, плохонько. Бежим, 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 бежим. Наворачиваем круги. Оу. Стопешечка. Добивашка. Вы сдаться-то не хотите здесь, а? Все, разломали. Так, а как мне вот эту штуку взорвать? Получится обычными выстрелами, не? Не, я думаю, что не получится. А дымок есть здесь? Дымок. О, есть дым. Давай сейчас дымными ракетами расшибарим ее. Получай. О, другой разговор. И вон последняя вышка. Долетит до нее снаряд? Черт, он упал. А если вот так? Он, короче, летит, летит, а потом падает. Ну же, ну же. Черт, надо повыше еще взять. Вот так точно долетит. Уже столько ракет зафакал. Прямо на нее, да? И-и-и-и-и. Четко, как снайпер. Ну все, теперь в рукопашечку надо драться и штаб выносить. Все, жбахнули штабчик. Больше он нам не будет грозить. Ну чё там по заданиям? Фанат. Алло, это Делсин Роу? Да, а ты кто? Я твой большой поклонник. Это же твое граффити на Space Needle и не Ян конфликт двух начал. Я понимаю, чего ты добиваешься. Свободу угнетенным. И я хочу помочь. Ладно, хочешь помочь? Подскажи, где мне искать беглого проводника, который прячется в районе фонарей. А зачем тебе он? Или она? Хочу пожать ему или ей руку. Ясно. Но я слышал, Дес собирается перевести всех потенциальных проводников, которых удалось задержать, в специальный лагерь в центре города. И колонна поедет как раз через район фонарей по эстакаде номер 90. Ты не знаешь, у кого-нибудь из этих людей на самом деле есть способности? А, да. Да, конечно, я уверен. Да. О, спасибо. Кстати, как ты сказал, тебя зовут? Юджин. Тупое имя, я знаю. Имя Делсин мама вообще в вестерне не услышала. Так звали ковбоя. Юджин, по-моему, самое очевидное решение – немного опустить дорогу. Типа, выдернуть у них ковер из-под ног. Ты же можешь ее просто взорвать?
Нет, так можно случайно убить проводника, которого ищу. Я просто перебью опоры, и она просядет под грузовиками. Бам! И дальше не проехать. Класс! Вот поэтому я от тебя и фанатею. Ха, вот бы самому это увидеть. Так приходи и посмотри. Только знаешь, встань где-нибудь подальше. Когда мы, проводники, работаем, вам, смертным, лучше не путаться под ногами. Ага, ага. Тогда я лучше, наверное, все-таки дома посижу. Но если еще что-то узнаю, обязательно сообщу. Засал малелечка парниша. Ну все, опоры я выдернул. Юджин, когда там поедет эта колонна? А, сегодня вечером. Я, честно говоря, точно не знаю. Ты еще у эстакады? Ага, тут. Развлекаюсь беседами с местным населением. Наверху вообще машин нет. А, ну да, это все потому, что Дес перекрыл въезд на шоссе для гражданских. Ну, так что, ты уже закончил с опорами? Все готово. Сейчас заберусь наверх и порепетирую, как буду играть с ними в труса. Отличная репетиция. В мобилочку рубит. Стоп, вас. Прям посередине дороги сел. Надеюсь, мы там никого не поджали снизу. Лохи. Слышь, Юджин, отзовись. Что именно мне искать? А, сам не знаю. Они перевозят большую группу. Поищи автобусы какие-нибудь. Ух ты, это что? Вертолеты. И много. По-моему, они меня в тумане не видят. Ну и хорошо, что не видят. Черт, не успел поймать. Бесит, когда они от меня так убегают. Да ладно, просто отдайте мне арестантов и разойдемся. Сбил! Не знаю как, но я его сбил! Кого ты сбил? Вертушку, что ли? И чё, о чем речь идет? Так, давай мы дымчик, наверное, возьмем. Ловите. Так будет проще. Дымовуху еще кинем. О, одного схватили. Еще дымовушечку ловите. Есть. Ну что, есть кто в автобусе? Проводники и... Че за фигня? Воу! Меня, кажется, пришибло. Юджин, автобусы укатили. Ты случаем не знаешь, где они? Не. Радиоканал забитых болтовней. Не пойму, куда они едут. Стоп-стоп. Ты слушаешь их переговоры? Как тебе это удалось? Да я тут сделал одну прогу для телефона. Я сейчас тебе скину. Так, получил. И что она делает? Ну, отслеживает сигнал. Можно прослушать все переговоры, Дес, но главная фишка в том, что можно определить, из какой точки исходит сигнал. Ух ты! Надо эту штучку опробовать. Так, ты видел вот эту фигню, да? Помнишь, я вот эти штуки видел? В самом начале мы их видели. То есть все-таки это какой-то великан, может быть, или что? Нет, ничего не выходит. Отстойная у тебя прога. Ты слишком низко. Поднимись повыше. Все, а не он у меня. Поднимаемся повыше. Ну-ка, и что, ловит что? Кажется, работает. Отследить. Мы попали в засаду на дороге. Это точно был Роу. Мы прорвались. И с остальными нет. Эй, Юджин, я поймал сигнал. Говорил же? Сколько погибших, не знаю. Еще мы потеряли БТР. И пару вертушек. Но я не уверен, что... Я вам говорю, что бы это ни было, оно там еще летает. Я про такое вообще первый раз слышу. Высылайте бойцов с тяжелым вооружением. Срочно! То есть это все-таки летает, это не великаны. Летучая какая-то нечисть. Неончик свистнем. Че, меня спалили, что ли? Там солдафоны что-то бегают. Сейчас, надеюсь, мы узнаем, что... А, продолжаем искать. Он пустой. Кто-то меня опередил. О-о-о. Что-то новенькое. Великанчик какой-то. Извини, у меня другие планы. Лови вот эту штучку.
Для большого мальчика крутая способность. Надеюсь, я их раз... Они на крыше. Вот засранцы. Они знают, что делают. Перебор. Приз получен. Пришло время неончика. Ай. Ну, где ты там? Твою ж налево. Прикинь, кажется, вырубил одного. Получилось. Фух, еще один остался. Слышь, Юдж, я нашел один автобус, но он пустой. Их было три, значит, надо еще два отыскать. Эй, фанат, ты меня слышишь? Хм, вот так взял и забил на меня. Тоже мне фанат. Помогите! Их слишком много! Они тут повсюду! Повсюду! Туман! Я ничего не вижу! Вы слышите? Слышите? Это они! Высылайте подмогу! Кто там? Полетели-ка туда срочно. Все, я на месте. Ого! Ого-гошеньки. Ну тут явно пустой автобус. Так, все пошло совсем не по плану. Надо догнать последний автобус, пока его тоже не вскрыли. Так, а где последний автобус? Куда нам бежать? Ловим сигнал. А, низкая. Берегись, воздушные цели! Ответный огонь! Только их слишком много! Кажется, мы их нашли. И кто же там? Покажи. Ой-ё! Это что за фигня вообще? Это еще что за чертовщина? Давай разделаемся с Дезами. А с этими ребятами... Ха, не думаю, что это мои ангелы, офигеть. Но вроде бы как эти ангелы меня не лупят. И это хорошо. Кто вы такие? Это какие-то роботы, что ли? У них броня такая нереальная. О, подмога приехала. Надо их... Да давай, бомбани ты уже! Нормально. О, хорошо. Подраскидал, парниш. Блин, бугаи прилетели, вот эти вот засранцы, бесячие. Ё-моё. Последняя ракета. Ну я ж попал по тебе, нет разве? Давай. Косорылый пацан, бесячий, прям вообще невозможно. Давай, дым возьми. Сейчас такие ракеты напихаем им, огненные. Ну где же вы, бугаи? Бугайчики. Вон. Ракетчик вижу. Ракетчик. О, здорово, ребят. Вас-то я ищу. Готов один. И другой тоже. Этот сдается. Вроде бы всех отбил. Ништяк. Ангелы куда-то улетают. Видал, какие у них мечи? Они тоже какие-то лазерные. Че здесь? Че здесь? Че здесь? Где этот автобус-то? А, вот он. Ангелы? Серьезно? Либо кто-то из арестантов умеет делать ангелов, либо мне придется драться с Господом Богом, и шансов у меня мало. А в автобусе-то был кто, нет? Походу, нет. Эй, Делсин, на рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят арестанты. Может, этот парень еще там? Там легко спрятаться. Спасибо за подсказку. Только почему ты не отвечал? Хе, не знаю насчет проводников, но обычные люди иногда ходят в туалет. Откуда ты вообще знаешь, где что происходит? Тут даже у стен есть глаза и уши. У меня влиятельные друзья. Птицы высокого полета. Хорошие, наверное, друзья. Да, лучше не придумаешь. Птицы высокого полета. Короче, этот фанат умеет управлять ангелами, скорее всего. И это его рук дело. Так, ну ладно, давай на этом закругляться. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки и подписываться, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся, и услышимся. Так что до встречи!